От жары страдают не только люди, но и животные. В последнее время возросло число обращений в салоны по уходу за домашними питомцами. Там четвероногих не только стригут, но и делают всевозможные процедуры. Раньше он на таких процедурах не был. Это первая стрижка. И, конечно, для первого раза он у нас держится молодцом. По мнению специалистов, стрижка для домашних животных обязательна, особенно когда на улице стоит жара. Животные, так же как люди, страдают от зноя, поэтому необходимо ухаживать за их шерстью. Рекомендуется мытье. Кроме того, шерсть нужно очищать и расчесывать. А выводить четвероногих на прогулку, говорят специалисты, лучше утром и вечером. Мы должны обязательно поить животных, убедиться, что у них есть доступ к воде и пище. Менеджер салона по уходу за животными подтверждает, что в последнее время число клиентов увеличилось. Ежедневно стригут более 10 четвероногих. Наиболее востребованы такие процедуры, как чистка шерсти, если мы говорим о крупных породах, таких как хаски, или о короткошерстных собаках, которых нельзя стричь. Им проводится чистка и спа-процедуры. Как правило, хозяева не скупятся, когда речь заходит об их любимцах. Цены варьируются в зависимости от породы. Для самых маленьких – от 300 леев, и в зависимости от комплекса процедур формируется конечная цена.